Нижегородская ярмарка превратилась в настоящий строительный павильон. Тут и там ходят арматурщики, бетонщики, прорабы, летят искры от сварки. Специалисты соревнуются, кто лучше смонтирует реакторное здание. Эта конструкция максимально приближена к технологии строительства атомной электростанции. Задание специалисты выполняют в рамках конкурса «Лучшие по профессии в атомной отрасли». Сегодня увидите, да, здесь уже, значит, у нас три этапа прошел конкурс. Участвовало больше 1000 человек, 150 компаний. Да, и в финале только 244 человека. Поэтому нет, это уже потребность. Потребность, которая вызвана с тем, что мы находимся на рынке, где жесточайшая конкуренция. И производительность труда, и престиж профессии строителя – это для нас не пустые слова. Это очень важно. И это на самом деле работает. В течение двух дней конкурсанты будут соревноваться в 11 номинациях. Жюри конкурса выберет лучшие бригады по монтажу кабельных сетей и технологических трубопроводов, а также лучшую тепломонтажную бригаду. Впервые соревнования пройдут в номинации «Лучший специалист в сфере информационного моделирования». Особенно почетно, что такие профессионалы соревнуются именно в Нижнем Новгороде. Я думаю, что площадка Нижегородская выбрана, потому что мы все-таки являемся одним из центров атомной отрасли. Вы знаете, ведущие предприятия, наука, все здесь сосредоточено. И инжиниринговый центр, который занимается непосредственно строительством атомных электростанций. Поэтому я думаю, что тот накопленный опыт позволяет выбрать Нижний Новгород площадкой для проведения конкурса. Кстати, за три года проведения конкурса в этом году впервые участие примут команды строительных студенческих отрядов атомной отрасли, а награждение победителей и лауреатов состоится в Театре оперы и балета 11 августа.